Здорово, одноклубники. Смотрите, вот вал рулевой. Вот. Вот в этом месте находится вот такая вот втулка. И эта втулка, она болтается. Вот. Вот такую втулку мне токарь выточил. Короче, диаметр вала в этой шейке, шейки вала, 19 миллиметров. Ну и 19, даже чуть плотнее, мне токарь выточил. А вот у этой разбито 19,5. Вот. Внешний 34, если не ошибаюсь. Внешний, ну-ка фокус, да, 34. Алёха мне точканул чуть больше, 34,5. Ну, это я попросил, я ее либо чуть-чуть подработаю, а потом в плотняк посажу, вот. Либо сниму до 34. Вот это вот сюда. Если просто поменять сальник и не менять вот эту втулку, то вал будет болтаться, вот, сальник раздолбает, опять потечет. Так, одноклубники, здорово. Вот смотрите, кто тут рейку еще не разбирал, я вот в первый раз. Ну, короче, целиком я не собираюсь ничего вытаскивать, тяги рулевые не снимал. Но вот это место, это где втулка, пружина, где прижимает ее, прижимает рейку, соответственно. Короче, грязи здесь, пиздец. Стоит там вот такая вот втулка. Вот таким образом она стоит. Потом здесь пружина. И здесь большая гайка. С контрагайкой. Вот. Короче, все это надо дело промывать. Я вот сейчас крутил, декстрон повытек. Но вот эта грязь, вот эта, она есть. Никуда не деется. Вот. Вот пружина. Тоже в таком же все говне. Вот. Вот она, эта большая гайка, которая закрывает, поддавливает все это дело. Вот. А еще, это у нас получается вверх, вот он, карданчик. А здесь снизу гайка колпачковая. Это то место, где вот здесь вот стоит подшипник, и гайкой все это прижимается. В этой гайке тоже говнище. Я когда открутил, она была полная. А это сантиметра полтора, плюс здесь все было уделано вот этим пластилином вот таким, блядь. Короче, видимо, и водичка попадала, там часть коррозии, вот, коричневая масса такая, серо-коричневая. Все это надо вымывать, вычищать, подшипники я поменяю. Еще есть нюанс, кстати, по верхней втулке, которую разбивает, вот здесь, которая стоит, пластиковая. Я вот вытащил из капролона плотно, но на очень многих автомобилях здесь просто-напросто стоит подшипник. У нас здесь размер 19 на 34. Такие подшипники есть. Это подшипники рулевой рейки Hyundai, там еще кто-то. Вот. Но они стоят как самолет, если их по этим артикулам заказывать. А если посмотреть на Алиэкспрессе, по номеру ET1934 продаются подшипники парой, 200 с чем-то рублей, или 400, 200-400, что-то такое. Можно заказать с Алиэкспресса сюда. А можно подобрать тойотовский подшипник. Он отличается чем? Китайский он обычный шариковый, а тойотовский он без внутренней обоймы. Внешняя обойма, потом у него ролики, и эти ролики катаются непосредственно по валу рулевому. Такие подшипники тоже есть. Это будет лучше, чем сюда втулки какие-то точить. Подшипник поставил и забыл навсегда. Всем привет, одногруппникам. Тут Гриша на днях тему подымал про рулевую рейку. Вот, побежал у него сальник, да? Вот, тоже такая же болечка. Вот видно, куска даже нету. Вот. И втулка тоже разбитая. Вот на вал одеваешь ее, и вот так вот она болтается. В общем, поехал в магазин, нашел сальник, ноковский такой. Вот.
1-1, у меня тоже Ноковский стоял. Вот. Вот номер его. Цена у него 200 рублей. Потом голову ломает, как же быть мне с этой втулкой, что же делать? Ну возьми и спроси в одном магазине. А подшипник есть у вас вот такой подобрать? Гриша сказал размеры 19x34. Но он смотрит, да, говорит, есть. Вот и подшипник получился. Вот номер. Написано тут Kia Hyundai. По размеру один в один. Пуля в пулю. Вот буду внедрять открытый подшипник. Смазки нету. И цена у него, Гриша говорит, как самолет стоит. Вот. 368 рублей. Так что вот, если что, кому надо, вот номера, вот сальник. Вот подшипник. Ну, подшипник я спросил, думаю, а есть еще подшипники? Ну, кому не понадобится. Он говорит, все, последний. Больше нету. Как-то так. Для тех, кто спрашивал, вот такие вот электровентиляторы. Сейчас конкретно это Максим, Нижнесартымского, там, с района Сургута, готовы. Эти от МПВ. Поколения. Такие я больше не применяю, потому что Марокко с подгонкой этого пластика. А вот, варю рамку металлическую, два тойотовских отдельных диффузора. Вот, намного удобнее получается. Такой патрубок в комплекте с датчиком включения вентилятора на 2 температуры. Там он три контакта. Две разные температуры. Дальше вот идет по крылу. Вот этот хвостик, этим хвостиком берется плюс на включение реле блока предохранителей в блок реле на левом крыле. Дальше вот так вот крепится блок вот ниссановский длинный реле. Это блок от вентиляторов ниссановский. Эти же реле сюда ставятся два предохранителя. И вот этот вот хвостик, этот идет, это приход плюса на сюда, все-таки силового, берется с плюса, свечей металла. Штот, который красный, на реле свечей металла, красный приходящий плюс, с него берется, питает всю эту систему. Вот реле вот такая вот кушечка вентиляторов. Такой комплект.